первый сейчас уникальный по современной американской технологии завод по заморозке овощей и фруктов. На следующий год она уже начнет работать. И очень мощно будет развиваться наш вот эта пригородная зона. Это Имбирско-Казахский, Талгарский. Сейчас вот то, что яблоневые сады. Вот. Ягоды. Сейчас у нас клубника появилась. У них такая заморозка. После разморозки она как свежая. Свежая. Становятся они прямо там показывали. И вот такой завод начался. Ценные вкусовые качества сохраняют. Да, такой завод начался. Ну, вы говорили про сельхозпродукцию. Вот Алматинская область всегда славилась своим апортом кукурузы и свеклы. И сейчас она, вот, как вы сказали, вернула себе статус главного свекловичного региона страны. А как обстоят дела с другими культурами? Проблема была не только вырастить кукурузу, а сдать на переработку. Угу. Алматинская область, мы еще гордимся тем, что у нас уровень переработки вот, очень высокий, самый высокий в республике. Мы построили им два суперсовременных зернотока. Асфальтировали, электронные весы поставили, сушилки, освещение. Они сидят туда, все, крестьяне привозят зерно, семьями сидят его, очищают. После этого грузят машины, отвозят на завод, уже сухой, хороший, качественный сдают. Имеет приличный доход. И завод, в свою очередь, он не мог огромное количество принимать, потому что у него мощность была всего переработки 10 тысяч тонн. Сейчас он перерабатывает 150 тысяч тонн. О, а было 10 тысяч? 10 было, сейчас 150. Цена это килограмма кукурузы с 25, скажем, или с 22 выросла до 90. Ну, это существенно. Да. И рядом уже другие заводы появились. И он уже за своих сельхозтоваропроизводителей борется. Он им заранее семена покупает, чтобы именно на его завод сдавали. Ну а крахмалопаточный, у него 20 что ли видов продукции, 20 с лишним, он уходит на экспорт. Крахмал, патока, другие вещи. Востребованная продукция. Да, востребованная продукция. Да. И завод сейчас зажил. Крестьяне уже за такие деньги сдают. С удовольствием сотрудничают, да? Новые рабочие места. Да, да. Ну, да, но там все равно что-то вот влазит. Сейчас уже проблема, например, воды. Проблема ирригации. Дефицит. Дефицит. Поля увеличиваются, пассивные площади увеличиваются. Все это надо делать. Но решаем. Угу. Ну, ожидается, что и по итогам года объем валовой продукции сельского хозяйства области достигнет 1 триллиона тенге. Вот. Но вместе с тем, согласитесь, что в сфере АПК есть немало проблем. Вот резкое подорожание картофеля и моркови летом этого года подняло волну возмущения. Сразу в нескольких регионах страны глава государства тогда высказался о неэффективном ценообразовании и распределении продовольственных товаров, а также о важности создания сети оптово-распределительных центров. Да. Вот как вы решаете эти проблемы и в целом как контролируете цены? Перед пандемией тоже вот было тяжело, чтобы люди не мучились. Мы это четко проработали. Мы посчитали необходимость, создали стабилизационный фонд, выделили около 3,7 миллиарда тенге, но мы не стали вот так вот закупать сами чисто и заготавливать, потом интервенцию делать. Мы делаем по некоторым продуктам, по некоторым. Вот. Удешевленное зерно покупаем то же самое, чтобы цену хлеба. Мы взяли по области, выбрали крупных торговых центров и заключили с ними договора. Заключили с ними договора. И у нас в каждом таком крупном торговом центре есть отделы, где могут прийти по вот той цене, доступной цене, могут купить любую вот эту продукцию из вот этого списка. Ну вот в послании президента прозвучала еще одна проблема сельского хозяйства, это животноводство. Вот я цитирую. На сегодня у фермеров нет доступа к местам выпаса скота из-за их принадлежности лицам с известными фамилиями, устроившим из своих владений неприступные крепости. Вот акимы не могут решить эту проблему по разным причинам, в том числе из-за личной зависимости. Вот насколько прав глава государства, адресует критику акимам областей? Правильно Каджамар Кемель сказал. И очень... У нас сейчас вот по области едешь, есть такие территории, которые километрами едешь, огорожены. Километрами. В свое время он его собственно взял, да. Когда может взял, когда совхозы, колхозы ликвидировались в виде паёв взял, может купил у кого-то,
Вот. И вот он его огораживает. Сам его не использует. Это есть же великая, большая пословица, как собака на сене, да. И никого не пускает. Но трава растет, можно же не огораживать, и люди должны там, пусть скот пасется. Такие примеры есть, и у нас есть. Вот. Но мы на сегодняшний день эту проблему решаем за буквально короткое время. Я сейчас на память, где-то 547 тысяч гектаров у нас пастбищ было, вот этих выпасов. Мы к ним за вот это короткое время, после поручения, 600, тоже где-то 40, что ли, тысяч гектаров добавили, увеличили, возможность появилась. Угу. Да. Вот этот случай, то, что в прессе был в Ембиш-Казахском районе, один депутат все вокруг бывший аким ему раздал, все это. Потом он вернул, кстати. Угу. Да. И люди начали это пасти свой скот. Кроме этого, мы разработали электронную карту земельных участков Алматинской области. Вот. Очень хорошая такая карта получилась. Любой человек, сидя дома, может зайти в область, посмотреть, сколько у нас миллион гектаров земель, и сколько из них сельхозназначения, сколько пахотных, сколько поливных, сколько земли госзапаса, сколько земель находится под крупными инвестиционными проектами, как вот железные дороги, другие эти вещи. И оттуда какие земли используются, какие не используются. Потом оттуда можно зайти в любой район и точно так же вот разложить эту землю досконально. Даже в каждом районе уже может зайти в крестьянское хозяйство. Mm. У него сколько земель, сколько он использует, сколько не использует. Вот как мы сейчас говорили, если он там 4000 гектаров вот, огородил. То есть предложение вот дает такие возможности, да? А он дает список, кому он принадлежит земля? Он дает. Он даже у этого крестьянского хозяйства, сколько у него земель и какого назначения на этой карте видно. И мы работаем над тем, чтобы потихоньку те земли, которые не используются, возвращать. Вот. В первую очередь, конечно, те, которые в аренде, вот, ну, на 49 лет или другие. А то, что в собственности, только через суд. Ну, а вы вот, да, даже зная ваш авторитет и силу пробивную, так сказать, вы сталкиваетесь с такими проблемами, что вот... Конечно. Да. Уважаемые люди не хотят возвращать земли. Есть такие примеры. Но есть обратные примеры, когда приходят люди, когда земли неиспользованные лежали, никто не пользовался. Но когда пришел инвестор и начал работать, раз народ проснулся и говорит, а зачем вы ему отдаете? Угу. Вот, да, раздайте нам, всем. Завтра все эти люди, которые начинают возмущаться, вот, они там будут работать и хорошие деньги зарабатывать. Таких людей надо поддерживать. А не так, что бывают такие случаи, когда его технику взяли, сожгли. Угу. Вот, или это... Вот такой обоюдный. Тут земля такая вещь, знаете, очень осторожная и очень грамотно. Болезненная. Да. И людям надо объяснять.